Завтра участковые выборчие комиссии начинают работу. Об супрать эпидемичных мерах на их и шла говорка под час посяджения областной комиссии. По словах яе старшини Алексея Неверова, на участках усе удельники выборчего процессу повинны отшувать себе максимально безопасно. Членами участковых комиссий будут проводить тренинги. У некоторых районах нават распрацовали специальные памятки. Кожного забеспечить масками, пальчатками. Громадским организациям и партиям рать так само забеспечить сродками индивидуальной обороны своих наглядальников. Рекомендовано по магчимости зробить для выборщиков особный уваход и выход с участка. Обовязково у наявности повинны быть сродки для опрацовки рук. За выконанием супрацепидемичных мер будут пильно сачить як подчас дотерминового голосования, так и у основный день 9 жнивня. Контроль по обеспечению средств индивидуальной защиты будет обеспечен как территориальными комиссиями районными, так и Гомельской областной комиссией. Будет постоянно мониторинг проводиться по нахождению участковой комиссии, по наличию этих средств. Ну и, естественно, даваться рекомендации, либо какие-то замечания, которые будут устраняться непосредственно в немедленном порядке.